Всем здорово, с вами снова какой-то парень. И сегодня мы попробуем понять, чего нам ждать от очередного UFC, в котором сойдутся Петр Ян с Мирабом Двалишвили и Саша Волков с Александром Романовым. Мы, как всегда, покажем вам все бои этого события. Ссылка на трансляцию будет в описании. Главное событие начнется в районе 2 часов ночи по Москве 12 марта в это воскресенье. Мы начнем часов в 11-12, поэтому всех ждем. Не проспите, не засните, не уйдите гулять, бухать и так далее. Давайте вместе с нами смотреть UFC. У нас точно будет веселее, чем везде, где бы то ни было. А скорее всего везде это нигде. Поэтому все будет только у нас. Короче, приходите к нам. Итак, начнем с Яна и Двалишвили. Ну, по Петрухе все понятно. Мастер спорта по боксу. Очень разносторонний парень в плане ударки. Я пока не вижу никого, кто мог бы что-то сделать на руках против Яна. Мираб тоже вряд ли сможет. Разнообразие комбинаторика от Пети дадут просраться любому вообще в этом весе, плюс очень крутая защита от тейкдаунов. Да, конечно, в бою со Стерлингом там чуть-чуть что-то пошло не так, но, видимо, это просто Петя поверил в то, что он непереводимый. В целом-то он нормально защищался до этого. А вот сейчас что-то немножко пошло не так. Но вот тут один момент. Если он все-таки иногда очень хорошо защищается от тейкдаунов, то если он попадает все-таки на землю, и на нем сверху хороший борец, вот тут вот начинаются проблемы. Но Мирабу нужно еще это сделать. Мираб, конечно, машина тейкдаунов, все понятно, да, но с кем он до этого дрался? Я вообще почти ни хрена никого не знаю, кто эти люди. Знаю нескольких, да, тот же Алдо, допустим, довольно хорошо защищался от проходов, а это значит, что Мираб не такая уж и машина, и не для таких уж и тейкдаунов, да. Допустим, Марайс, он вообще пробивал Мираба, поэтому брешей в игре Двалишвили достаточно много. Я просто надеюсь, что Ян после поражения Стерлядки немного разобрался, и собраться пока никак не может. Но вот этот бой он должен пройти полностью под его диктовку. И надеюсь, Ян снова выйдет на победную серию. Потому что я считаю, что тому же Пуделю Ян не проиграл. Да и тому же Стерлингу он не проиграл. Даже во втором бою. Так что не знаю. Конечно, Мираб вначале будет, скорее всего, драться в стойке. Но как только выхватит пару подзатрещин отцовских, сразу поймет, ни хрена не успевает за Яном. Ничего не получается. На ручках вообще беда. И будет лезть борьбу. Это к бабке не ходи. Вот там-то Петя должен его замотать, блокируя его переводы. Я почему-то думаю, что именно переводы Мираба Ян точно сможет нейтрализовать. Потому что есть у меня ощущение, что Двалишвили пока не на том уровне, чтобы вот так вот легко переводить таких, как Петруха. Плюс еще Мираб никогда ни хрена не дрался 5 раундов. А Петруха там уже как у себя дома. В общем, в сухом остатке победа Яна единогласным решением или нокаутом, что ближе. Особенно в поздних раундах. Но если ты лучше знаешь, кто и как победит, то у меня для тебя конкурс. Напиши в комментариях исход боя Ян Двалишвили, желательно максимально точно, чтобы я мог прям выбрать победителя. Пиши, какой раунд, какая минута и как именно, нокаут или болевой, или какой счет судей, в общем, максимально близко к итогу боя, и ты сможешь получить денежный приз. В прошлом ролике, кстати, был победитель. Итоги конкурса будут в моем телеграм-канале. Ссылка на телегу мою тоже под видео. Переходи, подписывайся, и там все решим, кто победитель и как он получит деньги. Идем дальше. Саша Волков. Блин, последняя нахрен надежда российских фанатов. Парень, который заставляет фигачить валидол литрами в каждом просто своем бою. В этот раз ему противостоит Саня Романов. Парень, который может перевести на настил, по-моему, даже какую-нибудь цистерну. 600-тысячекилограммовую нахрен. Поэтому в этом бою Волкова, я думаю, даже не почувствует. В плане переводов, я имею в виду. Потому что у Сани там есть тоже вопросы. По партеру есть вопросы. Что касается ударки. Вот тут Волков лучше 100%. Если, конечно, Романов что-то там не припас за пазухой, а за пазухой у него есть, то, думаю, от Романова будут просто переводы через удары и сближение. Если, конечно, он там не супер какой подтянул бокс. В общем, и есть у меня ощущение, что Волков заканчивается где-то в третьем раунде и проигрывает. Почему-то вот так вот у меня складывается. И как бы хорош Волков не становился, вся находится тот, кто его скидывает обратно, блин, туда вот где-то там, где кто никого не знает. Вот, поэтому этим парнем может вполне стать Романов, но если Волков, опять же, что-то там не поднабрал, как всегда, не взял какие-то уроки, не взял в кулак все, что у него есть, ну и вообще, короче, прям не подсобрался, то он вполне может попасть каким-нибудь долгим своим очень медленным ударом, но очень сильным, и добить.
Ну, это нахрен не точно, поэтому я тут не могу вам сказать, поэтому, ну, я же вообще не разбираюсь в единоборствах, вообще не шарю, поэтому все, что я тут сказал, просто может оказаться полной херней. Вот. Но если вы хотите посмотреть эти бои вместе с нами, то ждем вас на трансляции по ссылке в описании, примерно в 23:00 по Москве, 11 марта мы начнем, уйдем в ночь и там посмотрим супер-пупер бои. Вот. В общем, подписывайтесь на канал, пишите свои прогнозы в комментарии, ставьте лайки и приходите на трансляцию. Ссылка на трансляцию в описании. Всем пока!